И теперь обо всем по порядку. 48 объявлений о продаже новорожденных младенцев выявили прокуратура Алматы на одном из сайтов. Двое из младенцев имели отношение к Казахстану, а точнее к городу Алматы. Сотрудники прокуратуры отследили переписку за последние 6 месяцев, хотя сам сайт действует с 2010 года и уже год как работает в Казахстане. По словам прокурора Алатауского района, доказать факт продажи детей еще предстоит, поскольку переписка велась завуалированно. Однако изобличающих намерений будущих мамаш фактов и слов предостаточно. Они писали о том, что беременность нежелательная и потому готовы отказаться от детей. Разумеется, не бесплатно. Причем молодые женщины рожали в домашних условиях, чтобы факт рождения ребенка не был зарегистрирован в медучреждении. На сайте также немало объявлений и о желании купить ребенка. Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании деятельности сайта незаконной. По этому делу уже вынесено решение, и работа интернет-ресурса на территории Казахстана запрещена, а материалы дела переданы в органы следствия. Если сделка о продаже детей будет доказана, виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Данная санкция предусмотрена статьей 128 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Оба случая зарегистрированы на территории Алатауского района. В одном роженица родила на дому в Туркубасе, но факт передачи ребенка уже происходил на территории Алатауского района. Во втором случае, я как отметил, это они отказались ребенка передавать другим родителям. Ну, это житель Алатауского района. Указанные факты о продаже ребенка проверяются на сегодняшний день, по результатам которого будет принято процессуальное решение.